Ребята, в моем канале сегодня мы будем играть в Skyblock с Шамом Бро. Почему его не видно? Потому что мы играем на старую версию. Вот, если не версию, можете посмотреть, потому что у него не актив, но я отключу. И мы будем сегодня играть. Сейчас я включу микрофон. Шамом Бро, привет. Шамом Бро, привет. А, нет, все, слышно, все, фиксай, привет. Я уже поприветствовался с моими птичками, сейчас я... Я знаю, как оператор больше, сейчас я... С первого лица сделаю. Я сейчас... С первого лица. Уйди, я сделаю генератор гвоздика. Ну, давай. Нет, я хотел, да дебил, дурак. Нет, я буду. Ладно. Наверное, ребята... Ребят, это будет длиться немного серии, потому что Skyblock очень большой, просто очень. А теперь... Сейчас пофиксаю. Да, буду все дерево. Шамом Бро, дай землю, я неправильно встал. Сейчас. О, там еще. А ты знаешь, что делать генератор? Ты что, два... Да, поставил. Ты что делаешь? Ты дебил. Вот здесь Флойд, ты. Ты что, дурачила? Ты не поставил на место. Нет, вот так. Ты не знаешь, как это делать. Уйди ты. Я сейчас бабашку даю. Это неправильно. Тут... Это правильно. Быть слабо, а тут еще вот. Нет, вот тут подписчики пишут уже. Фиксай, дурак. Он не умеет делать. Уже пишут. Я умею. Будет работать. Все. Налей сюда лаву. Налей сюда лаву. Налей вот туда лаву. Вот сюда. Нет. А, да, все. И теперь ломаем воду. Вот. А ты не верил, да? Все, теперь можно добывать. Я сейчас сделаю для обоих нам кирки. Сейчас, подожди. Ты дерево садишь. Я читал книгу. Там написано бла-бла-бла-бла. Ага. Я тоже читал его. Очень интересное, да? Да, очень. Давай ты строишь вот тут платформу. Будет. Я еще... Дверь. Какой дверь? Дерево. Давай, я сейчас буду добывать 3 камня и сделаю каменную кирку. Это сколько серия будет? Это ни одна серия не будет, лава исчезла. Ну, Шамом Бро, у меня с голосом как-то проблемы, потому что я болею. Но не обращайте внимания. Ты чё, дурачела? Уйди! Я же сказал, дурачела! Я правильно сделал, это нужно... А, ты стоп. Дурачела. А, да, ты правильно сказал. А, нет, я правильно делал. Нет, я правильно делал. Только... Дурачела просто. Вот тут дырка должна была быть, вот так. Я же сказал. А? Как мы будем добывать это? Смотри, вот тут дырка это... такая. Дурачела. И тут должна была быть... Да, я же сказал. Перепутал, но ничего. Ничего такого. Я перепутал. Сейчас добудем лаву с творческого ребенка. Давай. Ничего такого. Ой, я упал. А как мы будем добывать? Сейчас добуду лаву. Не так уж и все так плохо. Ну, это крайний случай. Это не чисто просто крайний случай. Подожди ты, я сейчас сделаю тебе лаву, которую ты хотел так долго. Все, работает, все, я сейчас выживание пройду сейчас. Это я, батя. Ты кто такой? Ты никто для меня, ты понял? Ты никто. Я батя. Ты ничтожество. Я батя. А я тогда кто? А ты мама. А кто наш сын тогда?
Так, добыл все. Сейчас сделаю кирку для нас, каменную. Каменная кирочка для нас, каменная, все. Дай И дерево. Печечку сейчас сделаю, когда добыл. Дай дерево. У меня доски есть, а дерева нету. Вот. Тьфу тебе! Тьфу тебе! Шамбро, посмотри на меня! Посмотри! А что было? Ты что, костную муку истратил? Дерево, что ли? Да. Нам нужно саженец. Без саженца мы умрем просто. Не, не умрем. Без саженца мы умрем. Нам нужен саженец. Без дерева в Майнкрафте никак. Посмотри, на старых версиях, ты знаешь, уходит, ты знаешь что? Из один дерева ты можешь добывать два доски. Ты знаешь? Нет, не знаю. А сейчас узнай. Мне нужно. Я сделала полугрудь. Мне нужно дерево. Это последнее листво. Если не выпадет дерево, то мы будем строиться к следующему острову, да? Мы будем строиться к следующему. Где? Где следующий остров? Где? Где? Чё, где? Чамбро, ну ты извини, да. Я... Да. Ну ты извини, я всех потратил это. Все доски. Посмотри. Чамбро. Ты вообще классно сделал. Я сейчас его убью из-за того, что ты потратил все в наше дерево. В эту... Ты знаешь, что это. Ты чё? Нам нужно строиться в Лаки остров. Лаки блок остров. Туда давай, стройся, туда. А, там? Где? Там, вот туда, вон туда. Туда. Стройся, там есть дерево с Лаки блоками. Давай, стройся туда. Я, там, я потом тебе каменные полублоки дам. Потом из булыжника сделать полубулыжники, они много хватит. Я знаю, сейчас я добуду все. Все. Ага. Какую-то хотя бы машина. Мы строим. Сейчас я полублоки тебе сделаю. Так, 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 так. 18 полублоков из 9 досок. Не видно же! Ну там, я вижу, вон там. Давай, давай стройся. Добывать, я буду. Когда останется, я буду строить. Уйди, я буду построить, ты будешь добывать. Иди. Я буду достроить. Быстрее стройся. Быстрее, быстрее стройся, быстрее, еще быстрее. Еще, махина ты такая, быстрее. Машина для стройки, стройся. Нас обманул. Обманул, да? Нет, ты не видишь, что ли? Ты что, слепой? Вон там, смотри, ну, там дерево, злокоблочное. Да, вижу, 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 вижу. Тоже надоел. Время магии. Ой, что-то там, всё. Погода. Я стал, давай пойдем там, ты мне скидываешь это свои булыжники. Давай! Чамбро. Чё? Я сам начал строиться. Это мой, это моя, это а? Моя, это мое дерево. Это мое дерево. Какое дерево? Тот. Лаки дерево. Ты про лаки-блоки, что ли? Ага. Лаки-блоки это мои. Нет, мои. Ты просто для помощничка, помощником. Блоки закончились, давай добывать камень. Вернемся. Быстро. Давай тоже, земля тоже добывай. Смотри, как спидранить буду. О, смотри, прибежал, прибежал. Ой, чуть не упал. Я упал, я упал. Помоги, я упал. Самое главное, чтобы камень не упал в лаву. Самое главное это вот это. А другие это не самое главное.
больше дела. Дальше я не знаю, что сказать. Давай быстрее. Как тебе? Сейчас я 12 камней добуду и все. Еще сделаю камень. Скажи ребятам, что после... Давай, здесь... у нас выходит трек, да? Вдвоем. Да. Ребят, у нас выходит трек, который мы запишем обе. Да, рэп. Рэп. Рэп как-то. Да, рэп. Рэп батл. Что лучше? Дуэт. Дуэт. Правильно, да, дуэт. Умер. Уай, ура. Да, упал. Думал, за спидранью все. Не понял. Какая-то магия. Вода не стекается. Шамбро, я уже достроил. Какой я невезучий. Зачем я падаю? Ребят, Фиксай сказал, что поменяет свое имя на алкаша. Да, да, это самая лучшая игра. А, давай поменяем свое имя Наркоман Петрович. Нет, я буду Шаман Бро навсегда. Ребят, давайте навсегда. Комментарии напишем хэштег Шаман Бро Лох. Давайте. Ребят, напишите в комментариях хэштег Самир Лох. Какой Самир? Еще кто-то зашел на наш сервер. Выгони его. Выгони. Сейчас я сам его выгоню. Сейчас, подожди. Он не должен помешать нам записать видео, да, бан его. Не бан, если... Что он еще вернулся? Я его сейчас забаню просто. Давай, забан. А давай он тоже играть будет. Он наши ресурсы просто... Все. А давай, нам не нужно... Нам не нужно такие... Давай! Ты выжил, мой дружок, которого я сейчас убью после того, как я заполучу лаки-блоки. А, я посмотрю. У меня есть. Все, везде, землю поставь. Уйди, не трогай меня. А, я поставил блоки почти. Я тоже умер, дурак. Ты виноват. Нет, ты. Я почти выиграл, а ты... Ты чё, меня бьёшь? Я тебя не бил, ты чё? Ага, ты меня бил. Ты меня не бил, да. Ты меня не бил, да. Ну, в прошлый раз бил из-за того Крипер. Иксай. Давай, я... А ты сам разберёшься, охотник, да? Давай, давай, давай. Всё, я его... Ты и меня скинул, и себя скинул. Нет, его скинул, Крипера скинул. Амбро, немного осталось. Дай мне, я буду построить. Я бегу, быстрее. Я бегу. У меня есть блок, я бегу. Давай, быстрее, поставь. Я ставлю. Давай там, кирка моя. А у меня есть кирка. Ладно, это твоя. Эй, без кирки нельзя, дай мне тоже кирку. Ну, там, забери. Сзади. А, я думал, это одноразовая кирка, а тут можно взять сколько угодно. О, собака, не трогай. Из лаки-блока выпал лаки-блок, ты знаешь? Из лаки-блока выпал лаки-блок, и скелет выпал. И все, что было до смерти. Что мне выпало? Опача. Опа-ча. Учитель, у тебя что, блин? Я тоже хочу алмазник. Нет, это мне
выпало тебе сам. Пусть тебе тоже выпадет. Курица. Всем выпал. Давай там. И много ресурсов. Мне выпали красители. Зачем мне красители? Зачем просто? Будет красить твой папу. Мы можем активировать портал просто. Опа, опа, опа. Еда, еда, сейчас попробую. Давай, и буду хавать просто. О, у меня сажница есть. Мне не хочется выпал, пусть он умрет туда, там. Шамбру, посмотри. Где он родился? Все, не добывай, не добывай, все. Шамбру, все, не добывай, у нас места мало. Потом приходим и ломаем. Да, ладно. Ты понял? О, у тебя есть кость? У меня есть 8. У меня есть 8 сундук. У тебя кости есть кости? Нет, я буду ее перечить. Нет, пойдем, я сейчас пойдем, выйдут кости. Свои ресы. Мне выпадут сейчас кости, и я его приручу. Шаман, бро! Чё? Она упал! Я упал, знаешь? Всё, успел. Опа. Я тут сделал склад. Я отравился, а ты от меня отравил. Я ты. Я тут положил все свои ресы. У меня есть зачарование. Книга зачарования. Шамбро. Очень много. Он влюбился из голосового чата. Ну, пофиг, ребят. Опа. Буду с тобой торговаться, ребят. Все, у меня уже стали хорошим. Ух, ребят. Это кто? Ай, блин. Извини, Шамбро. Все. И давайте скажем Шамбро. Это закончится. Серия. Это закончится наш перу. Давай закончивать. Давай. И сейчас. Сейчас я делаю звук, аудио и перу. Вот так. И, ребят, там бы я. Давайте подписывайтесь. Ставьте колокольчики, нажмите лайков. С вами был я, первый серия. Наркоман Петрович, скажи, первая серия. Все. Всем пока, ребята.